Ребята, всем здорово. Сегодня суббота. Я только что встал, и уже вот иду с собакой гулять. Вы не поверите, сколько времени. Время 12 часов дня. Я до полчетвертого утра монтировал видео вчерашнее. Почему так долго монтировал? Искал музыку без авторских прав. Поэтому так долго получилось. Не выспался. Не знаю, как на тренировку пойду, но на все вот эти свои дела сегодняшние сил вообще нету. Сейчас, может, отойду немножко. Че, вот полдня потеряно теперь. Сейчас опять. Чаек там, все дела. Погулял с собакой, значит. Сразу же домашние обязанности. Такие. Поменяю смеситель сейчас, потом буду отдыхать. Что-то устал. Не выспался еще. Ну все, ребята, почти доделал. Замучился, бля. Работа у меня такая, все уметь. А как у вас проходит выходной день? Значит, друзья, сижу за своим столом вот с этим геймпадом. Что? Спросите вы, я с ним здесь сижу. Вот, брал, значит, на выходные Sony PlayStation свою в гости. Ну, то есть девчонки отдыхали, а я там рубился. Значит, потом началось, дай поиграть. Дал. В итоге вот эта кнопка сейчас очень плохо работает. Она не должна так работать. Поэтому я принял решение разобрать геймпад и починить эту кнопку. Вот все у меня здесь есть, отверточки. Боюсь разбирать, они дорогие очень. Значит, открутил я все гаечки, точнее болтики. Вот, и сейчас я собираюсь его, собственно говоря, разбирать. Так, ну сейчас, друзья, вот нашел такую потоньше. Подковырнул ее, значит, вот такую обычную заколочку. Подковырнул, потом вставил туда плоскую отвертку, вот эту. Вот, и в принципе она расстегнулась. Ладошки потеют вообще ужас как просто. Переворачиваем на другую сторону. Ага. Шлейф. Что мне, собственно, мне надо добраться до вот до кнопок. Блин, а тут капец прям. Итак, шлейф, значит, вот отсюда достать надо. Боюсь, очень сильно боюсь я. Еле-еле. Вот этот вот. Еле-еле вытащил.
Из этого следует какой вывод? Если у вас появилась такая приставочка, да, там вы на последние деньги, допустим, купили, да? Я вас уверяю, не стоит никому давать. Потому что мучиться потом тебе. А денег же с друзей не возьмешь, правильно? Правильно. Похоже, дело вот в этой резиночке. Вот в этой резиночке, похоже, дело. Почему-то она залипает, я понять вот этого не могу. Блин, а? Это сложно сделать. Да, кстати, перед тем, как его собирать, я не стал его защелкивать в эти клипсы между корпусами. Вот, включил его, проверил кнопочки, все ли работают, все ли светится. И потом только я начал собирать. Так, господа, продемонстрирую вам свою работу, так сказать. Вот так. У кого есть PlayStation, не знаю. Магазин в 50 метрах, поедем на машине. Мы так решили. То есть спортом заниматься это одно, но магазин на машине. Не могу насмотреться. Причем днем они не так светят, как ночью. Днем как будто вообще фары выключены. А ночью слепят. Вот почему такие лампочки типа запрещены? Нормальные лампочки. Значит, уже 7:30 вечера. Я дома. Вот, сейчас пойду с собакой погуляю, наверное, ну и дальше дома буду находиться. Зашел домой, чаю хочу попить. Вот. Ну и что бы хотел сказать? Двигайтесь к своим целям. Добивайтесь, достигайте. Итак, друзья, вот так заканчивается мой сегодняшний день. Вот этими наивкуснейшими, я надеюсь, роллами. И желаю, чтобы в 2020 году каждый день у вас всех так заканчивался. Ну, на вид, конечно, так себе. А что, приятного всем аппетита! Вы были на канале Валдис Лайф. С вами был я, Валдис.
подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока!